дорогие друзья, с вами Даналя и моя соклубница Катя Санкейк. Сегодня мы будем снимать то, как я прохожу гонки. Катя будет вместе со мной бегать, потому что ей тоже нужно тренировать свою волу зитана. Вот, поэтому я поставлю еще таймер, чтобы посчитать, узнать, сколько будет занимать времени прокачка вашей лошади по всей карте, даже в ДСД. Посмотрим. Давайте начинать. Thank you.
В прошлом своем видео я погорячилась, когда сказала, что тренировка лошади занимает около часа. Ничего подобного. У вас уйдет на тренировку лошади, если округлить так хорошенько, то почти 2 часа. Это с учетом того, если вас будут отвлекать, вы будете запинаться в некоторых гонках, то уйдет у вас на все это 2 часа. Поэтому вот вам и ответ на вопрос, сколько времени занимает тренировка лошади при открытии всех гонок и всех трасс. 2 часа с хорошим округлением. Поэтому я не стала продолжать снимать это видео до конца, потому что мне пришлось уйти из игрушки. И просто все, что мы поснимали, это заняло у нас час 17, ну час 20. Вот, поэтому время для того, чтобы покачать своих лошадок эти 2 часа, если вы хотите, чтобы они у вас были максимально 15 левела. А я вам желаю хорошего дня, вечера, любите своих лошадок, удачи вам, ССО, пока!